Запись пошла. Мидшот на 104. Великая битва гладиаторов сборной Балалайки против сборной Рубежки началась от 3 на 3. 3 на 3 это самая идеальная битва, я тебе это самая идеальная, потому что именно... Потому что именно трех человек способен убить Блейф один. Да! 4 это уже не идеально, Николай, потому что Максим, ему чувак. Очко придется напрягать. Да. А троих он укокошит за раз. Вот смотрите, Максим, раз. По-мужицки поступили. Одного укокошил. Сейчас второго укокошил. Смотрите. Сзади. Давай закапаем быстрее, мы быстрее закапаем. Давай быстрее закапаем. Накап. Идем накап. А я уже все это напугал. Второго укокошил. Скагок, иди за красный. Вообще, три на 4. Скагок за Скагок, красная команда. Скагок в красную команду. Эти боссы идут с вакцины на скаута, вот там босс слышим. Так, смотри, Блейф, у вас в запасе есть Биг Смок или Балалайчик, кого берешь в свою команду? Время. Не, мы можем ее, видишь, мы выиграли 4 на 3, давай. Да, ну ладно, давай. Тогда остаетесь 3 против 4. Никто не заходить. Окей, 1-0 в пользу сборной Балалайки. Отца, не, не, 3 на 4. Все, Блейв согласен. 3 на 4. Давайте 3 на 4. Вы сможете, у вас есть шанс. Кстати, сборную Рубежки вам, наверное, мы, наверное, матч-реванш сделаем со сборной Про. Оказалось, что мы проиграли из-за того, что у них рандома не было. Ну, блин, прилетел. Они хэви взяли. Нихера брать хэвик. Вот, чтоб выиграть, оно там по связке с вакциной. Хэви дислай. Опа, опа, два против одного, и тут подтягивается, банда из троих человек. Красные вчетвером держатся вместе птички. Да, блин. Какой, блин, это жестко. 3 на 4, наверное, это уже не так идеально, как 3 на 3. Все, Блейф у Ачела повалил. У них вакцина, они пидоры. Не, ну если, если вы сейчас проиграете, вы можете взять себе либо Биг Смога, либо Балалайчик. Блейф, быстрее на точку, мы запасные игроки. Вместе быстрее. Красные быстрее захватывают, чем синие. Боссыши. О, Грибуля, Грибуля четвертый будет. Грибуля что-то тормозит. Сейчас пока Грибуля зайдет, эти уже успеют, может быть, и точку занять последнюю. Баффи, держись. Поддержу. Опа, два демона, два демона, опасно. Вы отвлекайте их, пока вы будете там раскрывать, я вам помогу. Грибуля, заходи за синих скорее. Опа, 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 опа! Ну же, ну! Ну! Ё-моё! А-а-а, Карыч, молодец! 1-1, и Грибуля наконец-то зашел. Это потому что Грибуля... Это из-за Грибули вы проиграли. Ладно, 1-1. Сейчас посмотрим, Грибуля... Знаешь, у нас Грибуля пришел, я его ждал. Сейчас посмотрим, Грибуля сможет изменить что-то. Не, ну красные молодцы, то, что они кучкой шли. Это, конечно, преимущество. Как бы эти... Спасибо, солдат, вот огромное спасибо. Нет, нет. Синие, они чисто как тараканы с разных сторон. А красные как муравьи. 4 на 4, а не 6 на 6. Вот в чем проблема. Ну, кто виноват, что у вас по 2 человека не хватает? Обоссыть этого хэвика, пожалуйста. Попробуй! Опа, опа. Синие начинают кусать. Молодец, красавчик. Один остался. Скагок один остался. Скагок всех порастрелял нафиг. Он нападать не стал, он решил перекусить. Хотя, ну да, наверное, он сделал правильно. Потому что тут уже Блейф прилетел, да? Медика дропнул, вот он и ссыт. Из медика сложно. Ну, естественно, я еще дурак без вакцинатора лезть. Край так не вывозит Блейфа. О, все, красные подтянулись. Теперь, скорее всего, красные займут точку.
А у синих тоже медик появился. А синие окружили красные. Они меня контрят, ребят, помогите. Красные кучкуются, но синие с разных сторон долго окружили. Опа! Иди будешь собирать. Все, идет захват. Давай мы закапаем быстрее. А красные так и остаются в окружении. Все, Скагок один единственный сейчас его походу с разных сторон расстреляют. Фиг тебе! Он взял аптечку. Опа, да, Блейв, это была ошибка, да. Ну все делают ошибки, конечно. Конечно, все делают ошибки, тем более Блейв. Пошел. Тут из кого-то был префайер. Чекни его, ему префайер был. Да, какой префайер, я же смотрю это. Это моя секрет пидор одновременно. Он просто стреляет через стену, меня не мог заметить. Ну, да, так он спамит, он смотри, вот сейчас, например, он просто стреляет тупо во все стороны. А, это не Скалбок, это кто это? Это Стич. Спасибо за аптечки, аптечки. Это позорная победа, потому что вы таким гомосецким способом хотите выиграть просто. Просто без скилла, типа, показывайте это. Ну, слушай, это командная игра, причем здесь скилл? Не, ну скилл, конечно, при чем? Но в первую очередь командная игра. А что, разве командная игра не является скиллом? Командная игра я тоже считаю скиллом. Опа, опа. Красные пробираются на последнюю точку, но тут... Шпик где-то. Но тут... Вот караулил Блейд. Я же говорю, где-то шпик. Ну так вы залезли в самое логово синих, и чего вы хотели? Все, ну, как можно что там за захватывать точку? Володя. Зачем нам два медика? Четыре человека, два медика. Да, они специально хотят, типа. А чё, взяли два хэвика, два медика, и все и попёрли как там. Где этот... А в это время Блейв приготовился, я не буду говорить, что, хватит, айбали, но я знаю, что он задумал. Нет, он решил это сделать. Да. Блейв надеялся, что он сейчас центральную точку захватит. Но его команда его подвела. Ему пришлось самому захватывать вторую точку. Вот так и приходится делать все самому. Я бью точку. Ну, я полечил вообще. Счет у нас 1-1 пока что. А вот хер тебе, я аптечку съем, у тебя на глазах, мразь. Чё, Бибик смог? Пиши, что ты хочешь. Все, попёрли, короче, красные. А где же ваш один это? Стич, ты чё-то это, ты не... Блин, вы Стича потеряли по дороге, он один остался и его убили. Опа, Скагок один пошел на прыгать. Что лагает, лол, или чё это, у меня? У меня ничего не лагает. Я в наблюдателях, у меня ничего не лагает. Скагок, ты как-то это... Чё-то красные вроде шли-шли вместе, а потом раз разделились и все и померли. О, теперь синие. Теперь синие уверенно пошли в атаку. С медиком. Ты видишь, что это лово? Ему криты дали, да? 3-2. Опа, 1-3. Все. Опа, а в это время... А в это время хитропопый Володя захватывает вторую точку. И сейчас он захватит последнюю точку. Смотрите на это. Кто-нибудь сможет защитить последнюю точку? Наверное, никого нету на последней точке. Вот бежал Карыч, но он прокаркарычал. Да, поздно, его еще убили на площадке. Ну что, либо кто антропики, либо ум. 2-1. Умнее, да, типа, вот. И мы наблюдаем счет 2-1. Оп-оп! Захват... аж это, аж задохнулся от неожиданности, короче. В чате.
Это просто, это не просто фейл, это фейл еще просто мирового масштаба. Он такой... Типа, Хэви угонится за скаутом, смешно. Опа, Володя опять побежал, короче, бред. А что-то я не... Ну да, все правильно. Сразу аксель юзает наркоманы. Будет блейф и сразу юзает. Ну, что-то красные, они просто что-то... Они просто что-то... Да. Что-то они сначала шли такие кучкой. Они комп на пике взяли и думают, все, они крутые. Они изменили свои тактики. Они шли сперва кучкой, потом стали делиться. Да криты, ну алло! Во-во. Вот сейчас 2 на 2, в принципе. Ну, Володя засранец. Я там понаставил конфигов, настроек всяких понаставил. У него, у Володи ФОВ 180, он все видит вокруг, что происходит. Да у меня сотка, просто сотка. Опа, опа, опять Володя всех обошел. Сейчас захватит точку. Нет, не захватит точку. А может и... А, ничего! Нет. Что это, блядь? Ничего! Что за маты в студии? Да, ну короче, они сейчас... Они там на точке будут сидеть, гаденыши. Сейчас борьба происходит где-то между... Между второй и третьей. Сейчас сзади убежит. Опа, блейк. Да тут уже и без блейк, тут уже есть. Володя. О, да тут уже три, почти все синие собрались. Ребят, последнюю точку, идите все на последнюю точку. Быстро, Володя, ты в окружении, Володя, ты в окружении. Ну я ж попросил, алло! Я даже не заметил, как он ее занял. Что происходит? А вы что, одновременно ее заняли? Я что-то вообще не заметил, как это произошло. 3-1. О, а че у нас? Какой-то... Че за... Ой, хакер, иди тут это... Один из медиков, возьмите хэвика. А че это? Че за хакер топ? Один из медиков. Хакер, иди нахер. Стич, возьми хэвика, стич хэвика, стич хэвика, стич хэвика, пожалуйста. Стич хэвика, я тебе хочу. Ты хакер, это лид, ты видишь, сейчас бэт вообще. Да вижу, вижу, я уже не знаю, что. Тебя сейчас чуть не забанили, ты играешь с огнем, понимаешь, что? Вообще. Ребята, он уже на второй точке, скотина. Не, а чё, смотрите, если хакер, вот, в наблюдателях сидит балалайчик и хакер топ, да? Кто-нибудь может зайти из Бибикс мог, кстати. Нет, 4 на 4, ладно, будем 4 на 4, чистым составом. Так, и что у нас опять происходит? А красные решили обосноваться на второй точке. У них тут такая мощная турель стоит, посмотрите. Да, через эту турель никто не пройдет. Вы что? Она такая мощная была, прокачанная турель. Правда, ее уже вынесли. Уже захват второй точки. У меня такое предчувствие, а что Блейф уже сидит на последней точке, смотрите. Сейчас только захватят второй, а Блейф уже тут яйца свои отложил на последней точке. Что ты начинаешь? Сразу они поняли, жопу сжали. Не, я только это было предположение. Они на самом деле там тебя уже ждали, да еще до того, как я сказал. Опа, синие прошли на пос... О, да, все, короче, гейм овер, да. Чё, вы еще не хотите карту поменять? Может, другую какую? Cold Front, например. Геи, это те, которые контрпики бронируют. А что это такое? Голубые это геи, да? Да, размышка, мы вас уже на разминке убили. Это просто сухая, чуваки. 4-1 это серьезно еще, да. Да, рубежка, придется вам еще переигрывать с командой Pro. Не, кстати, если набрать 4 человека из команды Профи против 4 человек команды СБ, то тоже интересно можно было бы попробовать. Допустим, Анирвоза, Пингвинчик, Балалайчик, он за Про играл уже, да, по-моему? И этот, рандом вчера у нас вообще отличился против рубежек. Надо, короче, завтра сделать игру рубежки против. Иду, попробую их медиков дропнуть.
Убер на меня потратили, лохи. Так, мне нужен фикс. Да, у них фикс. О, они не заметили меня. О, красного. Еще чуть-чуть, они не будут дропнуть. Держи, 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 бутик. Я думаю, красный ваш этот. Ваша ошибка в том, что вас только двое. Вот третий человек. Чуваки, о, четвертый. Вот том, вам надо вот так вот вчетвером и держаться каким-то образом. Как-то вам надо. О, Карач один остался. Ну все, беги, Карач. А то сейчас тебе крылья пообрывают и фокусы. Стойте на второй точке, ребят, стойте на второй точке. Стойте на второй точке, победите. Да, Карыч. Сейчас поднимать будет. Вот на бой. Сейчас будут на нашей точке строй стоять. Снайпер, ну ты шо? Все, все, все. Нормально. И хер, и меня, блин, главная цель. Меня стрелят туда. Опа, черт. Опа. Давай, 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 давай. Хэвик против медик, хэвик медик против хэвик медик и синий выиграл. Это было я. Ну и конечно же, как всегда, сейчас захватят вторую точку, а в это время. Я не сказал, что в это время. На последней точке, пожалуйста. А там, кстати, сейчас. На последней очень точке ничего. Ожидает вас сюрприз. Я не буду говорить, какой. Может, до этого и не дойдет дело. О, а вот и Володя Крокин. Ломает красный сюрприз. Уже сломал. Не, так а чё ты оттуда, Володя, ушел? Тебе надо было уже спаун-кейм. А чё, ну ты сейчас сломал, ушел, а он опять уже построил. Смысл было ломать. Что там это, очко свое. Будет сейчас 5-1 или не будет сейчас 5-1? Жопник. О, а вот и подтягивает. Просто берет центр, чтобы взять, чтобы что-то дамажило. Ну все, хэвик с медиком, это, конечно, тяжелая артиллерия. Ну что, вообще есть смысл продолжать? Или уже пора заканчивать? Рубежки, вы признаете свое поражение или, может быть, сменим карту? Блин, вы что? Нет. Какое поражение? Быстро заново начинаем, я забыл. Мы все уже выиграли. Да пошли вы, блин, как всегда. Че, все, гейм-овер, да, на этом? На сегодня турнир закончился? Ну да, думаю, все. Ну все тогда. Тогда давайте на завтра готовятся рубежки с Прокопичами. Я делаю объявление на завтра. Эй, Альполит, быстро дал призы. Тихо. А, кстати, рубежки, кто сегодня играл за рубежек, 4 человека, вы можете это в сегодняшнем объявлении, которое я напишу, попросить шапки за сегодняшнюю игру. Враг пытается захватить нашу контрольную точку. Что там, рубежки, что ли, опять играют? Что, кто с кем? Я с вами, пацаны, мне за кого заходить? Не да сегодня, а завтра рубежки против Прокопича. Блин, кто? Добавлен.